Ежегодно Центр культуры и молодежной политики Десногорска устраивает новогодние праздники для ребят. В этом году представление называлось «В гостях у елки». Прийти в гости к хозяйке и встать в хоровод мог каждый желающий. Ребята пришли в необычных карнавальных костюмах, прелестных платьях снежинок и принцесс. Встречал гостей очаровательный снеговик Олаф. На елке он был главным помощником Деда Мороза. По сюжету, снежная королева Эльза украла Снегурочку. Вернуть ее на праздник пытались все дети. Они с радостью и задором выполняли все задания снеговика, веселились и танцевали. Представлением остались довольны и ребята, и взрослые. Мы каждый год приходим на елку, да, нам это очень нравится, это вот настроение поднимает, заряжает позитивной энергией. Мне очень подарили еще этот праздник. Больше всего мне подарила снежная королева. На празднике снеговичок мне подарил красивую снежинку. Я обязательно приду в следующем году на елочку. Сегодня была елка. На этой елке мне больше всего понравилось снеговик, Снегурочка, Дедушка Мороз и все герои. Мне еще понравилось, что здесь была сказка. Перед юными зрителями выступали вокальный ансамбль «Калибри», хореографические коллективы «Форсаж» и «Модерн». Ребята подготовили для зрителей захватывающие номера и душевные песни. Новогодняя программа длилась больше часа. Детвора зажгла на елке яркие огни. Они вернули Снегурочку на праздник и обсыпали друг друга серебристым снегом. Добрый снеговик Олаф поздравил десногорцев с наступающим Новым годом. Дорогие десногорцы, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Всех благ вам. Берегите себя и своих близких. С Новым годом! Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев. Десна ТВ.